Катрены Создателя. Я готовлю для вас пространство, чтобы не тратили напрасно время. Пора прекратить пустые странствия. Жизнь интересна, а совсем не бремя. Пространство вовлечено в изменения. Теперь это уже единый процесс. Планета тоже начала движение. Отсутствует на планете регресс. Это называется планетарный рассвет. Весь мир — это теперь движение. Для людей раскрытый Божий завет или Создателя сопровождение. Наступает время всеобщего пробуждения. Людей захватила идея равенства. Это есть общее к Богу движение. Не будет больше на планете неравенства. Еще недавно кричали о пандемии. Это не болезнь, а выравнивание пространства. Это сродни простой эпидемии. Это еще конец пустого странствия. Люди поняли, кругом ложь и воровство, перекрашенное под прогресс. Это не жизнь, а открытое свинство. Это еще и духовный регресс. Люди ничего не хотят слышать о совести. Нажива не слушает ни о чем. Люди только думают лишь о наживе и мести. Эти люди потеряны в списке моем. Два знака вечности создают социальный климат. С одной стороны, люди спешат взять. Взять — это сознание уже как автомат. С другой стороны, люди не знают, что делать. Взять и делать — это разные части одного процесса, как жить на планете. Люди тоже разделены на две масти. Одни в реальности, другие уже в интернете. Есть реальность и есть только планы. Для Создателя нужна реальность. Человечество тьмой разделено на кланы. Собрать вместе людей и богов — это актуальность. Сделать это может тот, кто достоин. На планете такое может Россия. Россия — это те, кто новый мир строит. У России от Бога миссия. Прошел уже большой временной период. Сколько людей пришли и ушли. Создатель для себя сделал вывод, что многие не напрасно шли. Сессия прошла, сформировано понятие Бога. Бог — это энергетическая единица отсчета. Повторяю, это долгожданные для неба итоги. Это истории планеты, новые страницы полета. Сегодня люди разделены небом. Кто в матрице, есть примеры для подражания. Те, кто не пришел в школу, не интересны Богу. Те, кто пришел в школу, есть богов отражение. Сегодня Создатель новую ставит задачу. Пространство начинает плодить истоки. Надо организовать энергетическую передачу. Надо энергетически связать все вместе истоки. Пространство начинает процесс плодоношения. Каждый человек — это энергии неба исток. Надо перенаправить движение в один человеческий небопоток. Все истоки стремятся к Создателю. Начало этому заложено святой сутью. Люди уже не могут быть наблюдателями. Люди потянутся к Богу за Русью. Русь должна творить, не обращая внимания. Ее задание — создать все условия. У всех истоков уже одно понимание. На планете теперь только любви сословие. Это сословие есть люди-боги. Это единое население шестой эпохи. Все будут стремиться в эти потоки. Тьма очень скоро протянет ноги. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 12 октября 2021 года. Катрен. Все истоки стремятся к Создателю.
ждет общенародное обсуждение новой идеологии человечества. Приглашаем принять участие в дискуссии и ждем ваших предложений на портале doctrina.info. Давайте творить будущее вместе. doctrina.info